детскому саду «Березка» исполнилось 45 лет. Конечно, я поздравляю вас, потому что вы вырастили, считайте, за 45 лет, наверное, большую часть жителей нашего города. А когда смотришь, чему вы их учите, какие поделки они делают, какие песенки, стихи, как читают и поют, конечно, они в школу идут практически уже все готовые к первому классу. Поэтому я сегодня вас поздравляю от души. Наталья Владимировна Смычкова руководит детским садом с 2012 года. Вы знаете, мы можем похвалиться своим дружным коллективом, потому что все вместе мы принимаем активное участие в конкурсных работах не только районного, но и областного масштаба. Мы стараемся показать свои умения и знания, показать своих малышей и получаем за это достойные награды. Коллектив наш полностью укомплектован, и не только укомплектован, а даже успел за эти годы сдружиться, сплотиться и стать настоящей доброй семьей. Талантливый, очень много педагогов, которые и учились, и работали. К детям очень хорошо относились, и марку мы свою держали. В детском саду «Березка» тепло, светло и уютно. Сюда ходят 310 детей. Кто-то, став взрослым, вернулся сюда уже в качестве педагога. Многие выпускники сада, теперь уже родители, доверили и своих детей любимым воспитателям. С этим садиком у меня такая, прям, можно сказать, династия связана. Это и моя мама, которая здесь работала медсестрой, и мой брат сюда пошел первый, потом пошел я, теперь пошел мой старший сын, я надеюсь, младший тоже пойдет. Самое яркое воспоминание, вот прям помню самые вкусные ленивые вареники, которых вот я подобных не пробовал нигде. Я надеюсь, что они здесь до сих пор готовятся. Безусловно, наши воспитатели, нянечки и весь коллектив, спасибо за наше замечательное, веселое, радостное детство. Сделать так, чтобы ребенок шел в детский сад с удовольствием – это огромный труд. Для многих сотрудников «Березка» стала вторым домом. Валентина Александровна пришла сюда 45 лет назад с двумя маленькими сыновьями. Мальчишки давно выросли, а она и по сей день, вот уже 43 года, работает здесь воспитателем. И в юбилей хотим мы пожелать, чтобы садику нашему расти и процветать. С уважением, Валентина Александровна. Два сына, Владимир, Алексей, две внучки, Татьяна и Наталья Махаевы. Все они были в этом детском саду. Спасибо вам огромное. У детского сада много друзей. Пожарная часть, библиотека, школа номер 2, многие учителя, которые, кстати, тоже выпускники «Березки». А друзья – это всегда интересные встречи, занятия. В детском саду хорошая транспортная площадка, мини-автогородок, на котором мы регулярно с коллективом и с воспитанниками проводим очень интересные занятия. Детям это не только нравится, но и те навыки, которые мы прививаем здесь на этих занятиях, помогают быть безопасности на дорогах юным участникам дорожного движения. Пожелаем и мы детскому саду номер 24 «Березка» процветания. Пусть радости и успехи умножаются, а всякие ремонтно-благоустроительные работы решаются быстро и качественно. Елена Айошина, Антон Елизаров, Истра РФ.